Меня зовут Ольга, я из города Сургута, из России. Это мой первый энкаунтер. Я хочу вам сказать, те, кто слышит меня по вещанию, Бог, Он здесь. Я никогда не думала, что я смогу почувствовать Бога так сильно. Он так касался меня, как только я зашла в здание энкаунтера. Мои колени подкосились. Я думаю, Господи, что со мной? Я никогда не чувствовала такого. Я всегда в славе была, но чтобы у меня косились колени, чтобы у меня мое тело было мне неподвластно, я всегда его контролировала. И сколько я прорыдала на этом энкаунтере. Я, наверное, не плакала столько за всю свою жизнь. Я всегда была такая сильная, такая крепкая, стойкая. Никаких эмоций, ничего. А сейчас я поняла, что я ребенок. И отец просто вытирал мне эти слезы. Я хочу сказать, что на энкаунтере я получила огромное ведение на свою жизнь. Я не буду его говорить, я делилась со служителями там на энкаунтере. Здесь я хочу поделиться именно тем людям, которые смотрят меня по вещанию. Женщины, которые живут в замужестве. Мне Бог вложил слово сказать это вам. Если вы думаете, что ваше призвание стоять у сковородок, убирать полы и воспитывать своих детей одного ребенка, как у нас в России это бывает. Нет. Здесь, по-моему, меньше 5 детей вообще ни у кого не бывает. И женщины служат. Они ездят в Портленд 3 часа туда, 3 часа обратно. Они молятся. Они в Боге. И посмотреть на них, что они какие-то там неправильные матери, нет. Поверьте, тут какие женщины, они хозяйки, они в Боге. Это просто не передать словами. Я поняла, что мое призвание не стоять у кастрюль, нет. Я хочу служить Богу, я хочу быть полностью подвластна Его силе. И хочу еще сказать, что Бог мне открыл очень сильное. Это тоже, кстати, женщины вам. Многие женщины прожили в браке много лет и думают, что это любовь. Нет, ребята, это земная любовь. Настоящая любовь, она от Бога. Она пришла ко мне на энкаунтере. И знаете, я увидела такую маленькую разницу. Да, я раньше любила своего мужа, любила его всем своим сердцем. Но когда мне пророчествовали, сказали, что я приду домой и увижу своего мужа, и я поняла, что это была другая любовь земная. Потому что Божья любовь, она все покрывает. Она все покрывает, все, что раздражает тебя в нем, она покроет эту любовь. Все, что тебе не нравится, как он себя ведет, это любовь, она тебя покроет. И я говорю, Господи, это так просто. Я столько раз слышала эти слова, но сейчас я поняла, что настоящая любовь, она сейчас в моем сердце. И Бог просто сделал мое сердце настолько чистым. Я себя чувствую настолько чистой, как, знаете, бриллиант. А еще хочу сказать, для России чисто. Там все там, ой, бриллианты, еще что-то там, у всех круглые глаза, это все неверно. Ребята, здесь Америку бриллиантами реально не удивить. Здесь у каждой женщины по 33 бриллианта на руке. А у нас там бриллиант. Это все вообще такая ложь от дьявола. Бриллиант — это просто Бог. Я поняла, что Он готовит. Если мы не можем принять какой-то бриллиант, как мы увидим вообще, когда Бог сойдет на тебя? Как вообще ты с ума сойдешь? Поэтому Бог все так готовит. И Бог здесь, и я просто... Я честно скажу, я не хочу уезжать отсюда. Я знаю, что будет пробуждение в моем городе, я знаю, что несу туда огонь, конкретный огонь и бомбу реальную. Мы молимся нашей командой, но отсюда уезжать реально неохота, потому что Бог, Он просто здесь. Тебе ничего не надо делать. Просто вот будь в славе, просто заходи и наслаждайся. Спасибо большое пастору Андрею, Светлане. Я просто... Мне просто нету слов, какую работу вы сделали в нашей семье конкретно и в наших судьбах. Я вам очень сильно благодарна. Спасибо вам большое.